Практически во всех регионах и областях томаты начинают созревать в июле месяце. И многие дачники ошибочно полагают, что теперь весь уход за кустами заключается только в сборе урожая. Никто не учитывает тот факт, что необходимо стараться максимально продлить плодоношение томатов и сделать все для сохранения здоровых, крупных и сочных плодов. Кусты будут тратить очень много энергии и сил, чтобы плоды формировались правильными, вкусными и крупными. Для этого им понадобится весь комплекс микро- и макроэлементов, витаминов и минералов. Если какой-то из них будет в дефиците, или вы будете неправильно ухаживать за кустами, завязи быстро перестанут формироваться, не будут успевать созревать до гибели куста, и вы останетесь с очень скудным урожаем. А чтобы томаты радовали вас красными и вкусными плодами как можно дольше, делайте правильные подкормки, которые помогут продлить плодоношение. Пожалуй, лучшим июльским удобрением для куста томатов будет следующий состав. На ведро воды разводим 1 литр коровяка, 1 столовую ложку мочевины, столовую ложку суперфосфата и серно-кислого калия, также 1 ложку извести и половину чайной ложки медного купороса. Все ингредиенты тщательно размешиваем. Затем настаиваем в течение 2-3 часов и поливаем под каждый кустик по 1 литру. Это поможет защититься от грибков, патогенов и инфекций, усилит иммунитет растения, а также поможет увеличить урожай.